Одеть носочек. Это мамин. Привет. Как у тебя дела? Ты где? Ты рыбка? А давай мыться с тобой. Давай купаться. Давай, я принесу порошок, и мы потрем спинку. Смотри, сколько у меня порошка. Давай я потру тебе спинку. У оленя дом большой. Он глядит в свое окошко. Зайка по лесу. Ну-ка, зайка, бегай. Лютку мне давай. Давай лютку мне. Ава, молодца. Спасибо, Юля. Так бы мы не знали этот стишок, да? Всем привет. Мы на даче, и это наш последний день сегодня на даче. Мы собираемся завтракать. Смотрите-ка, мы сходили за козьим молочком. Сейчас потом погода нам не улыбается. Слышно или нет, стучит по крыше дождик. И мы под дождиком сготовили рыбу, как обычно. У нас, как обычный наш завтрак, это скумбрия на костре, на мангале. И картошка у нас будет молодая. На улице идет дождь, поэтому я даже рада, что мы сегодня не уезжаем. Уезжать нам надо, потому что нам завтра сдавать анализы. Мы записывались еще месяц назад на сдачу этих анализов. Мы будем готовиться в сад. И вообще, мы в прошлый раз приехали. С чем приехали, с тем мы и уехали. Короче, сходили мы только к хирургу. Специалистов не было, они все были в отпуске, поэтому сейчас мы будем проходить всех специалистов для похода в сад. Наш папа решил пристроить нам пристроечку. Вот у нас тут есть комнатка одна, и в этом маленьком домике. И он решил нам пристроить вторую комнатку. Сейчас я вам покажу, что он тут делает. Дашенька, побудешь тут, а то там дождик, хорошо? Так, вы чувствуете? Тут прям дождь идет. Тут прям дождь капает на меня. Сейчас покажу вам, что делает наш папа. Он хочет нам пристроить еще одну комнатку. Прям под дождичком тут работает у нас. Смотрите. Папа, помахай всем ручкой. Привет. Вот, он уже тут закладывает фундамент. Кстати, я решила сделать отдельное видео про закладку фундамента. Это, я думаю, каким-нибудь мужчинам пригодится, которые будут смотреть. Вот, пап, ну что, я пришла тебя звать на завтрак. Да, сейчас закончу. Давай, все уже теплое, остывает. Не знаю, что-то мы тут были, я не снимала. Вот решила хоть последний наш день решила я все-таки поснимать. Да? Даша, ты как всегда с Эмили. Даша, ты как всегда с Эмили? Что ты с ней делаешь? Расскажи. У нее болит горло. У нее горло болит. Ты ее лечила? Нет. Ну так надо же полечить. Что же она у тебя будет болеть-то? Это кнопочка. Это кнопочка. Это нажимает, а не то. Да, нажимается. Целовал?